влиятельный московский бизнесмен... Ну что, побеседуем? ...попытается заставить семью Полупановых съехать. Лучшего места для супермаркета просто не найти. Все решим. Но удастся ли это? Ведь они давно уже съехавшие. Понимаю, вы не хотите переезжать. Давайте я вам сейчас покажу презентацию. Погоди, вот, погоди, не на... сейчас я очки возьму. У нее нет никаких очков, она не придет. Полупановые.